было первое, что мы думали, что ребенок пошел вот по этой дороге, здесь вот дорога у нас. Тропа была вот такая вот. Вот, вот эти вот, под вот этими деревьями, вот так вот она. Ножки здесь, голова здесь. В воде? В воде. Нас не пригласили, мы даже не знали вообще, где тело. Нас не показали, нам ни на опознание не пригласили, не показали тело. Потом мне Князев сказал, следователь, говорит, вы представляете, что бы с вами было, если бы вы увидели в таком состоянии? Я говорю, в каком состоянии? Он сразу замолчал. Сотрудникам он с любым может пойти и сливать бензин с машины. Такое бывает, такое может быть. Он говорит, что он за 2-3 дня вот это сливал бензин. Мы согласуем там как, где какая, где мы его видим, где не видим. И потом, я говорю, если что, мы спросим у вас, кто ты приехал. Я полчетвертого приехала, ребенка не было дома. У Володи... И они начали меня там, короче, издеваться. Ну, как издеваться, они начали, что вот, а ты туда убийца, уже вся тюрьма знает, короче. И что я видел, когда бабушка выкидывала Мариночку в речку. Начали, короче, бить. Били вот этим местом, чтобы синяков не оставалось. В лоб туда били. Обратитесь к следователю, который ведет дело. Почему это сделали? Было какое-то подозрение там на изнасилование? Да мы подозревали все подряд. Просто оно не подтвердилось ни нами, ни москвичами изнасилование. Там изнасилования не было. В экспертизе было указано, что повреждений в области анального отверстия нет. Да. Нас это очень интересовало. Нас вообще интересовало, что ребенка могут убить, вы сами понимаете, не просто штаб, да? Либо месть, либо сексуальное насилие. Я так поняла, что вот эти два разрыва, которые имеются на свинтере, сознательно сейчас эксперты показали, что они посмертные. Хотя на самом деле это прижизненные повреждения, и у меня есть доказательства того, что они прижизненные. Это говорит о том, что было насилие буквально перед самой смертью ребенка. Она сейчас выбрала себе вот такой стиль жизни, видно, она на пенсии, и делать нечего, она занимается расследованием. Она с одной стороны хорошее дело делает, но с другой стороны она, блин, многие вопросы перешагивает, блин, туда, куда не надо. Перчатки здесь нашли, здесь привязали. Участковый сказал, что там перчатки будут лежать в этом месте. Ее нашли. Да, вот на том месте. Мы вот посмотрели перчатки, подумали здесь. А потом уже мы со следователем приезжали, мы показали, что вот в том месте. Сейчас вот после их действий, этих всех, у меня был инсульт. Как послеинсультное состояние. Сейчас вот послеинсультное состояние. А они мне предупреждали и говорили, что мы тебя покатаем по всему Краснодарскому краю, по всему Кавказу покатаем. И мы сделаем так, что ты напишешь не только внучку свою, а все дела, которые у нас висяки есть, мы их все повесим на тебя. Мы добьемся того, что мы тебя и в дурку закроем. Ты в дурке у нас будешь. В дурке. Может, тебе дадут таблетку, может, возьмешь? Возьми таблетку.